Так, ребятки, всем привет! Это вторая часть видео по поводу распределения весов в трейлере между Drive Axle и Trailer Axle. Так, в первой части, если кто не смотрел, то посмотрите, там мы, получается, взвешивались, то есть заезжали на весы. Я показывал, каким приложением я сам пользуюсь. Для удобства это ускоряет очень процесс, потому что не надо ходить к кэшер, там вот это все в сам трак-стоп, там ждать очередь, пока она тебе выдаст тикет. Все в приложении очень понятно, очень быстро и, главное, оперативно. Научились взвешиваться. Вторым этапом я показал, каким образом посчитать, на сколько отверстий в трейлере необходимо трейлер сдвинуть и в какую сторону его двигать. То есть, еще раз повторюсь, значит, если у нас трейлер, если нам... перед нами стоит задача нагрузить колеса трейлера, то мы двигаем трейлер назад. Если наша задача разгрузить колеса трейлера, нагрузить Drive Axle, то мы двигаем трейлер вперед. Вот это в первом видео я рассказал. И еще рассказал, опять же повторюсь, как рассчитать это количество отверстий, на какое нужно подвинуть этот трейлер. В этом видео мы непосредственно будем сейчас двигать этот трейлер. И потом снова взвешиваться, перевешиваться, чтобы проверить, правильно ли мы все сделали. Так, первое наше действие, ну, выпрямить, получается, трейлер и трактор, ну, то есть встать прямо по линии. Второе действие, значит, мы делаем паркинг брейк трейлер apply, паркинг брейк трактор apply, да, все, нейтральная передача. Пойдемте, начнем двигать, значит, трейлер. Так, мы с вами после расчетов решили, что наша задача, значит, трейлер подвинуть назад на 4 отверстия, да? Так, вот где мы эти отверстия отслеживаем? Вот здесь можем начать считать, допустим, вот у нас заглушка, и от нее можем начать считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 отверстий до пина. Либо... как я делаю, всегда выбираю меньше расстояние, ну, чтобы меньше считать было. Здесь же тоже заглушка есть. Вот у нас заглушка, допустим, стоит. И от нее можем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, здесь вот меньше отверстий до пина. Наша задача. Ну, вы без разницы. Вы можете с этой стороны отверстия считать. Можете с этой стороны отверстия считать. Ну, как удобнее. Где их меньше, там и считайте. Давайте с этой. Значит, посчитали, здесь у нас, получается, от заглушки до пина 15 отверстий, да? Наша задача сдвинуть трейлер назад на 4 отверстия, значит... Ну, соответственно, если трейлер мы двигаем назад, получается 15 плюс 4 отверстия, у нас должно получиться 19 отверстий по итогу. Начинаем. Давайте, вот у нас кнопка для убирания пинов. Кнопку тяну на себя, пины должны уйти. Так. С этой стороны проверили. Обязательно надо пройти с той стороны, проверить. Ну, я уже не хожу, не проверяю, но вам могу показать. Просто показываю, чтобы увидеть пины. Видишь, иногда пины остаются здесь. Вы будете трейлер дергать, а он никуда не уйдет. Один пин из четырех вот торчит. Чтобы он ушел... Я раньше вот так молотком по нему бил. Здесь тоже какой-то умный человек уже тоже бил. Ну, новичок. Просто для этого надо трейлер туда-сюда подвинуть, и он уйдет. А это только с опытом приходит. Так, значит, посчитали количество дырок. 15 от пина до... ой, от пина до заглушки 15 отверстий. Двигаем на 4 отверстия. Ну и в сумме получится 19 отверстий. Так, все мы подготовили. Вот сейчас у нас же там один пин торчит, да? Поэтому мы окна спускаем с обеих сторон. Для того, чтобы сейчас услышать щелчок. Так, он у нас куда застрял? Так, мы снимаем трактор с тормозов и начинаем раскачивать. Я забыл, в какую сторону там пин двигать. Ну, в какую сторону он зацепился. Пока вперед толкану.
Ой, слышали звук? Все, пин зашел. Так, наша задача назад двигать, все, реверс ставим. И 4 отверстия. Ну, 4 отверстия это мало, придется аккуратненько двигать. Аккуратненько назад двигаем трейлер. Так. Ставим паркинг. Паркинг, нейтрал. Проверяем. Выхожу я, конечно, тоже неправильно. Вы должны 3 точки иметь всегда. Ну, нафиг, кто петя издавал. Все знают, двумя руками держаться, ногой наступать. Так, ладно. Идем проверять. А, подожди, у нас было же 15. Если я назад подвинул, значит, с этой стороны должно увеличиться. 19 должно стать отверстие. Давайте посчитаем. Так, вот заглушка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Ну, пин у нас вот, пины искать вот здесь, вот, вот он над этим болтом получается, вот. Вот здесь болт, вот здесь наш пин находится, видишь? Вот. Вот в этой ноге пин. И здесь вот вы когда не видите пина, вы же не знаете, где он у нас вот. Здесь по диагонали вот так от болта туда, и здесь тоже также по диагонали от этого болта вот здесь у вас пин, поэтому 19 отверстий получилось, да? Давай пересчитаю. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 20. Поэтому вот эту дырочку нам надо вперед прогнать, и будет ровно 19. Поэтому сейчас мы что делаем? Выпускаем эти пины, для этого эту кнопку нажимаем внутрь. Все, пины, видишь, они вроде бы вышли, но уперлись, вот, и все так. Поэтому я сейчас трейлер спокойненько тяну вперед, и он вот сюда, в эту дырочку попадет, пин. Так, давайте. Повторяем действие. Просто сейчас тянем наш трейлер вперед. Ну, вы сами видели, 4 отверстия, я совсем чуть-чуть катнул, да, трейлер назад, чуть-чуть его катнул. Так, вот это я. Давайте сейчас паркинг брейк трактор делаем релиз, делаем, значит, переднюю передачу и на одно отверстие, и вы сейчас услышите щелчок, когда пины выйдут. Ну, надеюсь, что услышите. Оп, все, они вышли. Опять нейтральная, паркинг брейк. Идем проверять. В данном случае мы, ну, когда они после того, как пины вышли, ну, можете проверить, посчитать опять, значит, отверстие на всякий случай, сами себя перепроверить. Вот у нас пин, от него давай считать. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 до заглушки, да? Задачу мы свою выполнили. На всякий случай идем проверить, здесь пины вылезли, нет ли, правильно у нас стоит. Вот у нас вот эта опора, вот пин, вот опора, вот пин, вот так вот. Просто я даже в первое время не замечал, где эти пины находятся, когда вот он туда скрыт салазками и не понимаешь, сколько отверстий. Ну вот, чтобы вы запомнили, вот от этого болта вот так по диагонали делаем, это будет пин торчать. От этого болта вот так по диагонали делаем, вот пин торчит, видите. Все, мы с вами подвинули. Следующий этап, мы просто заезжаем на весы. Сейчас я вам сделаю тоже скрин своего экрана, потому что там стоимость уже будет второй раз, когда мы заезжаем, оно будет называться Reway, и будет стоимость не 14 долларов, а 4,5. Ну и следующее видео, давайте. Так, паркинг брейк трейлер, ой, трейлер, паркинг брейк трактор, apply, да? Transmission neutral. Все, давай открываем приложение. Опять проверяем локацию. 782, 782. Нажимаем confirm.
Второй раз, когда на весы заезжаете, выбираете пункт Re-Way. Re-Way. Не First Way, а Re-Way. Второй раз на эти же весы. Проверяем данные, нажимаем Next. Вот видите, Re-Way стоит уже не $14, а 4,5. Нажимаем Accept. Пока он взвешивается, двигаться нельзя. Please wait, видишь, пишет. Weigh my truck. Обязательно вот это приложение себе установите. Weigh my truck. Зарегистрируйтесь, все. Когда трак возьмете, компания, определитесь, вобьете туда данные. Так, ну вот и результаты. На Drive Axle 32-200, значит, паундов. На Trailer Axle 32-340. Ну, почти одинаково. 140 паундов. Нажимаем PDF и Download. Ну, вот эту последнюю и скинем шефу. Пусть не беспокоится. Спит спокойно, что у нас все хорошо. Так, съезжаем с весов. Так, ребята, давайте резюмируем все, что мы с вами сделали за манипуляциями с трейлером и грузом, да? И с движением тандемов. Значит, что у нас было? У нас было до того, как мы сдвигали тандем, 33-240 паундов на Drive Axle и 33-360 на Trailer Axle. То есть разница у нас была 1880 паундов между этими осями, получается, Drive Axle и Trailer Axle. После того, как мы трейлер, получается, сдвинули назад на 4 отверстия, мы получили цифры соответствующие 32-200 на Drive Axle и 32-340 на Trailer Axle. Ну, одинаково, ну, почти одинаково. 140 паундов у нас разница, но это ни о чем. Вот получив вот эти вот две цифры, мы можем, ну, теперь точно сказать, сколько же весит у нас одно отверстие. Не 240, раз получилась такая, ну, разница чуть-чуть же есть, все равно. Мы можем, получается, разницу между 32-340 и 31-360. Вот оно, 31-360 минус 32-340. Получится 980 паундов. Теперь 980 паундов мы разделим на 4 отверстия, на которые мы сдвинули. И вот практическая цифра. 245 паундов весит у нас одно отверстие, на которое мы подвинули. Ну вот такие манипуляции с тандемом, с трейлером, с циферками на бумаге. Как-то так. Надеюсь, видео было полезно, информативно. Ну и каждый из вас теперь с легкостью узнает, куда двигать трейлер, на сколько отверстий двигать этот трейлер и как это делать. Так, ребятишки, ну вот такие два коротких видео получилось у нас по поводу того, как распределить вес между Drive Axle и Trailer Axle. Надеюсь, эти два видео принесут вам пользу, кому необходимо. Теперь вы будете точно знать, куда трейлер двигать, вперед либо назад, на сколько отверстий этот трейлер двинуть, вперед или назад. Ну и самое главное, каким образом все это сделать. Надеюсь, мое видео, оно информативно было и полезным еще раз. Спасибо за просмотр, спасибо, что комментируете. Я читаю все комментарии, как всегда, еще раз повторюсь. Отвечаю на большинство из них. Ну, только на негативные, конечно, не отвечаю. Но смысл какой, если человек что-то какую-то ерунду сказал. На положительные обязательно отвечаю в них. Всегда приятно комментарии в поддержку канала, в поддержку меня. Как человека, как драйвера, как блогера. Поэтому я вас всех благодарю за просмотр, за ваши отклики, отзывы, лайки. Ну и за то, что не остаетесь равнодушными, а участвуете в жизни моего канала. Так, а следующее видео, ну одно из следующих, как я уже говорил, мы переходим к следующему этапу. Это мы будем двигать пятое колесо. Непосредственно. А для чего это делается? Для того, чтобы распределить уже вес между Drive Axle и Steer Axle, ведущим колесом. Поэтому надеюсь, это видео будет полезно. Ну и как в свое время, ну я просто с чем сталкиваюсь, то и записываю, потому что со всеми этими вопросами, которые я вот излагаю на своем канале, я в свое время столкнулся и прошел через это.
Поэтому хочу, чтобы это видео было полезным для других драйверов, которые его посмотрят и вынесут для себя пользу, и не будут заморачиваться, будут конкретно знать, что делать и в какой ситуации. Вот, спасибо большое, ребята. На связи.